Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби». И, как я понял, все проголосовали за Steam-версию. Ну что же, поехали. У нас с вами 9 уровень. Так, это мой дом, окей. Опять тут у нас спортсмены, выберите растения. Ну что ж, давай, наверное, возьмем с тобой, ну, подсолнух это обязательно. Кто нам нужен? Так, я думаю, возьмем с вами орешек. Также возьмем скорострел. Так, морозный горох. И живуна, наверное, возьмем, скорее всего. И вишенку. Все, друзья мои, вот такая вот у нас будет команда. Надеюсь, мы с вами справимся. Вас даже не смутили вот эти вот черные полоски. Я удивлен, на самом деле. Я думал, что все проголосуют за Android-версию. Но, видите, я ошибался. Молодцы, ребят, молодцы, молодцы. Steam-версия всегда лучше, правильно говорите. Так, ну что же, давайте, давайте тогда мы с вами еще один подсолнух поставим. Пришли. Зомби пришли. Мозги. Да вот дудки тебе, мозги. Кстати, я что-то я радуюсь, а у меня, смотри, сколько стоит горохострел-то, ё-моё. Солнце нужно, солнце срочно. Эй, эй. Блин. Живуна, что ли, поставить? Нет, 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 нет. Не будем живуна. Да куда ты? Давай, 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 стреляй. По две горошинки. Давай, бомби ему там по полной программе. Так, руки уже нету, все, он рассыпался. Отлично. Здесь мы вырубили его. Так, орешек нет. Орешек я пока тоже ставить не буду. Слушай, я, наверное, поставлю сейчас морозного гороха. Если я успею, конечно. Или живуна, а почему бы нет? Давай-ка живун, хватай его. Хе-хе-хе, пережевывай. Но это у нас такой простенький зомби, поэтому я думаю, что живун быстро его, как говорится, переварит. Так, солнышки нам нужны обязательно. Так, если что, я поставлю сюда, наверное, орех, чтобы немножко задержать, да? Окей, так, далее что мы сделаем? Сюда нам нужен горохострел. Блин, как же у нас долго копится энергия. Я, наверное, зря, конечно, погорячился. Взял вот этих вот. Так, тихо. Еще один зомби идет. Срочно, срочно нам нужно с вами вот так вот сделать, скорее всего. Так. Попробуем задержать маленечко. Блин, а зачем мне еще один подсолнух? Он мне не нужен. Мне нужна энергия, солнце. Давайте быстрее, 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 быстрее. Мне нужно 200 для того, чтобы я вот здесь вот смог поставить. Нет, даже вот здесь вот, горохострела. Ой-ой-ой-ой, что происходит, ребят? Давайте поставим еще одного живуна. Это просто безвыходная, так сказать, ситуация. Мне пришлось. Вот тебе и мозги. Этот орех все лопает, а? Все лопает мне орех мой. Но... Так, живун, ты успеешь проживать, иначе тебя вот этот вот слопает. Давай вот так вот сделаем. Ой, ребятушки, что же тут происходит-то? Живун, родной, сейчас тебя тут ушатают. Его съели, ты представляешь? Нашего живуна просто съели. Вот так вот. Да, господи, почему мне не хватает энергии? Давай вот так вот сделаем. Это от безвыходности. Зря я погорячился, конечно. Надо было за 100 мне брать этого горохострела обычного, самого первого. А вот теперь мне, по-моему, сейчас будет тут кукиш с маслом. Они сейчас прорвутся, ты понимаешь? Блин, ну где солнечная энергия? Ну, пожалуйста, ну давайте мне эти солнышки. Живун. Мы можем с тобой вот так вот сделать. Фух. Повезло. Пока повезло, ребят. А дальше еще жестче будет. Поверь мне. Я тут чудом как-то отбиваюсь от них. Давай еще поставлю подсолнух. Так уж и быть. Так уж и быть. Живуна можно влепить. Но я не хочу его сейчас ставить. Вот так вот сюда поставим. Даже если он дойдет, его живун проглотит. Ну, а мы с вами копим энергию. Давай еще, наверное, с тобой один подсолнух сюда поставим.
Орехи. Так, кстати, скоро пойдет. Вот, сейчас побежит еще одна волна. Не расслабляемся, друзья, не расслабляемся. Так, бежит с этой стороны, да? Ну, беги, беги. Ой-ой-ой-ой-ой. Как их тут много. Давай вот так вот сделаем. Орешек, если что, вот сюда поставим, да? Один. Так, там у нас бегун бежит. Бегун, прыгун, я не знаю, как его назвать. Ну-ка. Во. Хе-хе-хе. Добегался, охламон. Так, ну это была вторая волна. Вон, еще один бежит. Так, он здесь перепрыгнет, пойдет, и мы его расстреляем. Все хорошо. Давай-давай, перепрыгивай. Ну, а здесь тебе дальше капут, потому что сейчас тебя тут расстреляют. Куда бы нам поставить? Наверное, я думаю, что вот сюда нужно поставить еще один скорострел, чтобы он бомбил. Так, живун. Он этого проглотит, если что. О, я вот тут плохо. Давай-ка вот так вот сделаем, чтобы он перепрыгнул, да? Пускай дальше бежит, а мы в этот момент будем его расстреливать. Очень хорошо у нас получается. Давай сюда еще заморозку поставим. Ой-ой-ой-ой. А вот это вот плохо. Давай вот так вот сделаем. Для чего я это сделал, ребята? Чтобы он просто перепрыгнул. Я знаю, что подсолнуху сейчас будет кирдык. Я его вот так вот выкопаю лучше, чтобы его не съели. Вот куда ты идешь, а? А живун нифига, он может через две клетки, что ли, хапать? Неплохо. Так, это что у нас с ведром тут идет? Это, кстати, не последняя волна, далеко не последняя. Слушай, нам нужен скорострел. Так, он стоит 200. Так, непорядок. Вот это непорядок, друзья мои. Давай вот так вот сделаем. Ну, пока все хорошо, пока все удачно. Никто здесь не пройдет. Ребят, чем быстрее мы с вами пройдем первую часть, да, тем чаще будут у нас видосики по второй части. А вторую часть я обязательно буду снимать. Так, ну что, давай взорвем на дорожку их. Все. Ага, все, конечно, все, обрадовался, ё-моё. Я думал, что это последний у нас. Это только начало, оказывается. Смотри. Этот бежит. Ну, далеко он не убежит, это понятное дело. Так, секундочку. В принципе, тут неплохо мы с вами отстреливаемся. Могу немножко даже укрепить. Ну, куда ты идешь? Ну, куда ты идешь? Тут, видишь, орех, он тебе не даст пройти, так что ты не радуйся. Даже несмотря на то, что у меня здесь всего лишь один скорострельчик стоит. Вот, куча энергии. Давайте живуна поставим сюда. Все. Или нам нужно его... Блин, я думал, переживать его нужно. А вот теперь последняя волна. Сейчас готовимся. Вот так вот я сделаю. Ну, кто там, что там, где там? Давай-давай, перепрыгивай. Сейчас тебя тут и распишут по-быренькому. Так, этот там орех жрет. Сюда мы с тобой поставим, наверное, еще морозный горох. Так. Ну, в принципе, что, ребят, сейчас мы пройдем. Остается этого подбить. И вот этого вот с ведром на голове. Я даже могу... Ух ты, а что это такое выпало? Табличка, что ли, какая-то? Да, здравствуйте, мы собираемся напасть на ваш дом. Искренне ваши зомби. Серьезно? Ух ты, ух ты. Арсенал. Так, на старт, внимание, сажай. Окей. А кого сажать? Стена орех? Понял. Сажаем. Погнали. Бомбим, бомбим. Давай. Везде оборону понаставим. Так, у нас вишенка, это пригодится в экстренных случаях. Пока горох будем здесь. Почему я его назвал сейчас горох, когда это орех? Давай сюда вот поставим мину. Вот так вот.
Все у нас будет под контролем. Сюда влепим. Так, вишенки сгодятся. Так, давай сюда вот, наверное, еще поставим с вами орех. Я тебе дам сейчас мозги. Так, живун нам нужен. Я думаю, что пока он здесь нам вообще не пригодится. Это у нас обычно, да? Горохострел. Неускоренный даже. Если я вот так вот сделаю, оп, схавали. Так, а вот это вот плохо, с ведром идет. Это мощный чувачок. Ну, мы можем его взорвать при желании, конечно же. Вот так вот. Нормуль? Нормуль. Так, куда ты? Вот куда ты бежишь, а? Живут. Съешь его, пожалуйста. Чтоб знал свое место. Так, мина. Давай расстреливать. Вот сюда я поставлю. Оп, и прям живуну, да? В желудок. Нормуль. Не надо нам пока этого делать. Давай вот сюда, наверное, поставим. Горохострел. И вот сюда. Так, это у нас кто там бежит? Понял. Давай вот так вот сделаем. Перепрыгнул, такой довольный, бежит. Оп, и не добежал. Еще минку. Так, живуна куда? Можно вот сюда, в принципе, поставить, да? А ну-ка. Шикарно. Рассыпались. Ну-ка, а если так сделаем? И вот так. Ай-яй-яй. Бедный живун. Нет, успел схавать. И это круто на самом деле. Так, это какая у нас? Вторая волна, что ли, приближается только лишь? Только лишь вторая волна. Хорошо, ждем. А что я могу сделать? Я могу, например, сюда вот вишенку поставить. Фига она бомбит. Качественно бомбит. Так, подожди, а стоит ли тратить? Пока, я думаю, не стоит. Я уже не знаю, куда эти орехи... Если честно, ставить. Ну, давай вот так вот расставим все это дело. Горохострел. Можно вот сюда вот мину влепить. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Вот так вот. Так, секунду, опять бежит, да? Не добежал, к сожалению. Еще ставим горохострел. Ну смотри, тут столько вишен у нас идет боевых, что мы можем просто вот так вот взрывать все и всех. Прикольно. Ну давай, давай, куда вы там прыгнули-то? Все, дохрюкались. Ну что, еще одну? Давай вот здесь вот. Шикарно. Так, еще последняя вишенка у меня. Замечательно. Ёпрсте. Смотри, что происходит. О, прыгун, сейчас тебя съедят, дурачок. Так, секундочку, секундочку. Выставляем. Ну все, ребят, я думаю, что мы здесь пройдем с вами идеально. Тут вряд ли кто-то что-то уже сможет сделать. Я могу даже вот этот орех отсюда убрать. Поставить вот так вот. Смотри-ка, пробиваются. Чего себе. Пробиваются. Я думал, что никто не пройдет. Но я ошибался. Так, этого сейчас съедят. Точнее, уничтожат. Так, этот остался тут с ведром со своим. Давай, 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 живун. Хватай этого с ведром. Съешь его, пожалуйста. Все. Ну что? Думаю, вот эти вот минки отсюда уберем. Да? И повтыкаем вот этих вот. Ох, ёпрсте. Ну-ка. Бомбс. Давай, давай, давай. Сюда, как раз на бомбочку, отлично. Раз. И два-с. Последний у нас, по ходу дела, здесь остался. Сейчас мы его уничтожим.
Ух ты, это что у нас? Это маленький грибок. Кстати, да более знакомый мне. Ноль солнца? Так, стреляет спорами во врагов. Окей. Привет, Рэй. Эти зомби не дают тебе прохода, да? Скоро мы узнаем, что сражаться с зомби ночью сложнее, чем днем. Ты не сможешь получать солнце с неба. Но мы по-прежнему можем получать солнце от подсолнухов. И тебе еще повезло, что у тебя есть спорогрибы. Сажай их как можно больше и не пропадешь. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь намечается. Я возьму горохострел. Давай, наверное, возьмем скорострела. Ну, подсолнухи обязательно. Так, у нас здесь спорогриб. Стреляет спорами во врагов. Давай посмотрим. И вот я думаю, что нам нужно здесь взять еще ледяночку и орешек. Ну что, я готов. А вы? На старт, внимание, сажай. Поехали, будем сейчас рассаду делать. Солнышки нам здесь выпадать не будут, да, сказали? Но зато у нас есть вот такие вот грибочки. В плане, а грибочек что, не бомбит, что ли? Я думал, что он вот этот крест хотя бы уничтожит, но я ошибся. Зомби пришли, говорит вот этот. Да куда тебе мозги? Захотел чего, а? Так, ребят, в наших интересах с вами не надо грибок лопать. Съест, да? Съел. Представляешь, съел просто грибочек. Ой, я так, наверное, буду долго и упорно здесь рассаживать вот эти вот наши подсолнухи. Хорошо, давайте мы сделаем так, чтобы грибочки наши бомбили. Они маленькие, но я думаю, они будут смышленными здесь. Смышленными. Так, давай сюда поставим, прикроем. Ну, таких обычных зомби, да, грибочки нормально бомбят. Или ненормально? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ж происходит-то такое? Так, давай еще один подсолнух посадим. И грибочек сюда выставим. Он, видишь, в чем проблема? Он стреляет на определенной дистанции. Он не все поле это может прострелить. Так, подсолнух. Еще, наверное, грибочек с тобой поставим, да? Угу, орешек. Так, а это что у нас за зомби с газеткой тут бежит, смотри. А где он штаны свои забыл? Так, собирай деньги, чтобы покупать нужные вещи. О, даже как. Окей. А какие тут, интересно, будут нужные вещи у нас? Ой, газетку потерял, надо же. Ого, смотри, 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 что он делает. Он, ребята, разозлился. Он разозлился, психанул и побежал. Вот оно что. Слушай, тогда нам нужно, наверное, с вами подсолнухов аж два ряда здесь сделать. Так, грибочек, ты, наверное, один тут не справишься. Я тебе в помощь поставлю еще один. И надо нам, наверное, скорее всего, с вами орешек здесь вот здесь поставить. Вот полностью рядок закутаем с вами орехами. Опять идет этот недовольный. Опять идет этот недовольный зомби со своей газеткой. Так, давайте по-быстренькому подсолнухи наши посадим. Давай я его так еще поставлю. Давайте, давайте, газетку уничтожаем ему. Он сейчас, наверное, побежит, да? Будет психом. Смотри, 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 какой он. Ох, разъяренный. И ты заметь, он очень быстро разбирает орех. Очень быстро. Шиш тебе, а не мозги. Олух ты. Давай сюда с тобой поставим. Смотри какой, да? Потерял газетку. Но у меня, как говорится, морозный вот этот вот цветочек его замедлил. Ну и, соответственно, грибочки мои быстренько в этот момент его расстреляли. Давай еще вот так вот сделаем с тобой. Так, грибочек. Куда бы нам еще грибочек поставить? Не будем пока никуда ставить. Сюда остается нам влепить орех. Давай. Солнышки у нас, слава богу, прибывают. О, бежит. Злой, не понравилось ему, да? Что газету у него сбили. А нам-то все равно на них, согласись. Так, ну-ка давай-ка, наверное, с тобой что еще? Вот здесь вот хотелось бы, конечно, мне поставить гриб. Но, видите, не получится. У меня здесь не получится поставить, точнее, не гриб, ребята, а орех.
вот сюда вот. Потому что здесь вот надгробия вот эти вот стоят, мешаются нам. Я ведь выкопать не могу их? Нет. Так, ну что, последняя волна сейчас на нас побежит. Видите, да, уже? Приближается большая волна зомби. Давай, я готов. Последняя волна. Давай, давай, давай. Ох ты. Понял, они прямо отсюда вылезли. Хитро. Но недостаточно хитро. Сейчас мы тут разбомбим. Я надеюсь, разбомбим. А что это такая музыка вдруг веселая стала? На нас идут зомби, а музыка стала веселенькой. Нет, совсем не устраивает. Так, давай вот эта вот монетка. У нас с вами уже 20 монеток. Ёлки-палки, богачи прям. Ну, я скажу вам одно. Мы с вами этот уровень прошли и получаем какой-то маленький еще грибочек, который будет стоить 25 солнышек. Хм. Так, сначала дает маленькое солнце, потом обычное. Этот грибочек, короче, вместо подсолнухов. Эй, ты собрал 270 монет. Когда соберешь 750, я продам тебе нечто классное. Да, Дэйв, а что ты мне можешь продать? Так, что у нас здесь? Ух, друзья мои, зомби с ведрами. Это очень сильные зомби. Так, давайте-ка хорошенько подготовимся. Я вот не знаю, нужен ли нам вот этот гриб. Солнце-гриб. Сначала дает маленькое солнце, потом обычное. Без понятия. То есть он не стреляет. Он будет просто давать нам с вами солнышки. Но смотри, в чем прикол. Он дает нам и маленькое, и большое. Может быть, нам взять его лучше? Не знаю. Короче, берем с вами спорогриб. Солнце-гриб. Возьмем сюда с вами стена-орех. Морозный горох, скорострел и горохострел. Вот такая у нас будет с вами команда. Ну что, поехали. На старт, внимание, сажай. Погнали. Так, солнце-гриб. Садим сюда. Этот грибочек, я не знаю, куда нам влепить. Откуда пойдут зомби, туда и поставим с вами. А эти грибочки у нас, о, видите, маленькое. Оно дает 15 энергии. После этого будет давать большой, да, грибок. А вот откуда. Я тебе сейчас дам мозги. Я тебе сейчас так мозгов надаю. Так, еще одно маленькое солнышко. Хорошо. Давайте с вами потихонечку выставлять. Я надеюсь, этот спорогриб у нас справится здесь с этим делом. Ну, должен, по идее. Ну, давай, давай, давай. Ой, наверное... Ага, тут еще один ползет. Так, монетки. У нас монетки. 280 монет уже. Так, еще грибок с вами поставим. Ну что же, в принципе, пока неплохо. Вот здесь мы с вами поставим стена орех. Вот сюда вот, да? И будем уже сзади с вами как-то... Тихо ты! Ты смотри, что делать, а? Так, мы можем с тобой сделать... Даже вот так лучше нам кажется сделать. Мозги? Да-да, мозги. Не компенсируй мне мозги. Так, может быть, нам еще поставить с вами по грибочку. Слушай, он же сказал, что вначале дает маленькое, а потом большое. Я не вижу, чтобы они давали мне. О, нет, только не этот. Только не этот, а? Ты посмотри. Ой, друзья мои, это же крепкий зомби, очень крепкий зомби. Я не знаю, смогут ли мои ребятулечки его пробить. Будем пытаться, да? Давай вот так вот сделаем. И горохострел. Нет, нам лучше, если брать, то такой горох, который очень быстро стреляет. Смотри, что происходит, а? Нападают, нападают, друзья мои. Так, что же сделать? Давай, наверное, вот сюда еще поставим, да? И... Воу, ты смотри, вырос. Грибок-то, оказывается, подрос у нас. Вот теперь он дает нам... Тихо ты. Вот теперь он будет нам давать большие солнышки. И это меня уже радует. Это уже радует, это уже очень прекрасно. Так, давай забирать малышей этих. Морозный сюда выставляется у нас. Ну что ты там идешь? Сейчас мы тебя
Быстренько заморозим и все. Последний грибочек мы с вами выставляем и начинаем делать офигенную защиту. Так, во-первых, сюда мы с тобой поставим, наверное, заморозку. Да, вот сюда я поставлю заморозку. И, скорее всего, вот эти вот грибочки мне придется убрать. Почему? Потому что они, у них очень короткая дистанция. Так, давай вот так вот сделаем. И будем потихонечку вот здесь вот очищать. Сделаем вот так вот. Ой, еще один идет. Злобный зомби. Так, если мы с тобой сейчас накопим 200 энергии, я лучше поставлю сюда скорострела. Он 200 стоит, 200 энергии. Так, отлично. Вот сюда я его втыкаю, он сейчас будет выстреливать по 2 гороха. А соответственно мы будем их быстрее уничтожать. Так, подготовимся. Давай, наверное, вот сюда еще поставим с тобой орешек, да? И надо вот здесь влепить. Сейчас мы с вами все это быстренько провернем. Слава богу, у нас солнышко выпадает, все хорошо. Этот замороженный идет там еле-еле, и это классно. Так, сюда мы с тобой, наверное, да, поставим? Отлично. Ему здесь самое место. О, еще монетки выпадают. Приближается большая волна зомби. Вот это плохо. Давай быстрее с тобой горох. Ой, горох. Почему я его все время называю горох? Когда это орех? Такая музыка. Идут. Армия. Ох, там этот у нас. Так, дай-ка мне вот этого уничтожить. Сюда нужно ставить... Сюда нужно ставить скоростной горохострел. Ой, а вот здесь вот ребята совсем-совсем не в кайф у нас. Смотрите, они прорываются. Они съели мой орешек. Я его еще поставлю один. Так, 200 мне нужно солнышков, чтобы я смог поставить скорострел вот этот вот. Давай-ка, вот сюда. Может быть, нам здесь еще и повезет. Давай, родные мои, бомбим. Так, еще идут, да, сильные зомби. Но это еще, ребят, относительно легкие. А вот которые с ведром на голове. Вот те, да, те сильные. Так. Нам бы вот сюда, наверное, кого-нибудь влепить. Так, монетки, спасибо. Ну что... Сейчас уже будет у нас 200 монет. И мы ставим с собой, куда бы нам влепить. Давай, наверное, вот сюда поставлю. И знаешь, что я хочу сделать? Горох вот сюда. Ой, горох. Орех поставить. Так, влепим. Заберем энергию. Монетка. Так, у нас еще будет одна волна впереди. Большая, так что подготавливаемся. Заморозку я сюда поставлю. Слушай, ну мне кажется, что у нас пока все хорошо идет. Никого не пропустили. Никто у нас не пострадал. Правда, толпучки все больше и больше становятся. Так, ну что, готовимся. Сейчас вот этих мы разбираем. И, судя по всему, пойдут уже волной. Ух ты, какая большая монетка, видел? Сейчас только что выпала мне. Солнышки забираем. Воу, пошли, пошли. Зомби с ведрами на голове. Я предлагаю вот так сделать. Выкопаем малышку отсюда. И поставим скорострела. В наших интересах как можно быстрее их уничтожить. Ну. Сейчас мы его разберем и пойдет суперволна. Приближается большая волна зомби. Давай, я готов. Я готов. В принципе, вот этих вот малюток можно уже убирать. Их можно менять на скорострелов, я думаю, да? Ух, ё-моё, смотри. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо. Что-то вам чересчур много здесь. Давай сюда поставим заморозку с тобой. Опачки. Только сейчас увидел, ребята, что они съели здесь орех. Это было нехорошо с их стороны. Так, а здесь у нас, ты посмотри, с ведром идет.
зомби. Противный. Так, я могу, знаешь, что сделать? Вот так вот. Перестраховаться. Но это последний, судя по всему, зомби. И сейчас мы его накумарим, и уровень у нас будет пройден. Ух ты, кто это такой? 75 энергии он стоит. Слушай, знакомый грибок какой-то. Стреляет дымом, который проходит через проволочную сетку. В плане. Через проволочную сетку. А, смотри, тут зомби какие. Ого. Ну, значит, мы возьмем с тобой дымогриб. Возьмем спорогриб, солнцегриб, стена орех и, наверное, скорострелы вместе с морозным горохом. Вот такая у нас будет с вами командочка. Ну что же, поехали. Так, на старт, внимание, сажай. Начинаем, естественно, с маленьких грибочков. Спорогриб. Ну, откуда у нас пойдут зомби? Пока не идут. Ладно, мы будем с вами спокойненько сажать маленькие грибочки, которые нам будут давать солнечную энергию. Так, сюда. Пришли. Зомби пришли, говорит зомбарь. Хорошо, мы тебя сейчас встретим здесь. Такой маленький, да, но удаленький. Так, мне нужно 25 энергии. Давай вот сюда посадим, да? Так, еще сажаем грибочек один. Чем больше мы с вами здесь посадим, тем лучше для нас. Мозги. Ну, вот. Не дошел. Следующий у нас идет наверху. Сейчас мы с вами сделаем здесь рядок из этих грибов. А потом будем с вами копить уже солнечную энергию на более сильных, да? На горхострела, на морозный горох. И нужно нам с вами еще, знаешь, что сделать? Мозги. Немножечко защититься. Пока он будет этот орех грызть, да, мой спорогриб будет его бомбить. Грибочки, растите быстрее. Я хочу, чтобы вы уже мне давали нормальные большие сердца. Так, ой-ой-ой. Ой, вот этот сильный, друзья мои, этот сильный зомби. Дымогриб, может быть, влепить. Нет, вначале мы вот так сделаем с тобой. Так, теперь наверное, будем копить на дымогриб. Я просто хочу посмотреть, что он делает. Ну-ка. Ух ты. А он наносит повреждения или нет? Ну, по идее, должен, да? Ой-ой-ой-ой, куда вы идете? Слишком много тут их. Грибочки, растите быстрее. Так, один гриб, я смотрю, у меня уже вырос. И это хорошо, два выросло. Просто замечательно. Так, садим сюда орешек. Сюда тоже надо бы орех нам влепить. Так, ну уже три гриба больших у нас, смотри. Минус, опачки. А вот этот у нас, ребята, идет с сеткой, да? Как раз под наш дымогриб. Дымогриб может пробивать. И это хорошо. Так, если я сделаю еще заморозку сюда. Но неужели пройдет? Нет, я не позволю ему пройти. Ха-ха! Лузер! Так, друзья мои, давайте, наверное, мы на всякий случай поставим еще где-нибудь наш этот дымогриб. Куда ты идешь? Ну куда ты вот идешь? Короче, стратегия будет такая: дымогрибы, да, и вместе с ними будут еще и заморозчики стоять, чтобы смогли они замораживать врагов. Практически все грибы у нас выросли, это классно. Сейчас мы будем с вами получать колоссальную прибыль. Сюда поставим орех. Ну все, в принципе, все защищены. Теперь будем с вами делать нашу оборону. Ой, классненько получается. Надо что-нибудь еще вот сюда вот поставить, да? Этих малышей можно, в принципе, будет скоро убрать. И вместо них поставить полноценные растения. Так, этот малыш, я смотрю, не справляется, да? Со своим делом. Ладно, немножечко ему подсобим. Так, приближается волна. Это последняя, ребята, у нас волна будет из зомбарей. Так что
Надо будет сейчас... Музыка, музыка пошла. Так, это что? Ой-ой-ой-ой, прям из-под ног вылезли. Прям из-под ног повылазили зомби. Я боюсь, вот этот орех сейчас у нас съедят. Если что, друзья мои, вот, ставим орешек вместо старого, да? Слушай, ну пока очень хорошо. Никто у нас здесь не прошел. Орех я этот вовремя поменял. Ух ты, а что это у нас такое? Смотрите-ка, что-то новенькое выпало. И кто это такой? 75 энергии он стоит. Посадите его на могилу, чтобы уничтожить ее. Я понял. В общем, эта штука уничтожает могилки. Эй, хочешь купить дополнительное место под семена? Это будет стоить тебе 750 монет. Но ты сможешь выбирать 7 семян за уровень вместо 6. Ну как тебе? Увеличить до 7 мест под семена. Ну конечно же, конечно. Отлично. И еще, когда накопишь 5000, я продам тебе 8 место. Увидимся позже. Слушай, спасибо, Дэйв. 5000, я надеюсь, я смогу накопить. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноточке мы с вами сегодня завершим. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в растения против зомби. Так что всем пока и до скорого.